Этери Тутберидзе дала своей воспитаннице Алене Косторной срок 2 месяца. В интервью Первому каналу знаменитый тренер сказала: «Она должна полностью войти в наш процесс без дополнительных выходных, без условий, что кто-то мешает на льду, и запрыгать тройной аксель». Новость о возвращении Алены Косторной была опубликована 3 марта 2021 года. Прошел месяц, как Алена в родном Хрустале. Для тех, кто совсем не в курсе событий, кратко. Алена Косторная, действующая чемпионка Европы, воспитанница легендарного тренерского штаба Этери Тутберидзе, базирующегося на катке «Хрустальный». Летом 2020 юная фигуристка удивила болельщиков своим переходом из знаменитой школы в частный клуб, пока не добившегося никаких успехов в фигурном катании. В прессе долго обсуждались причины такого пердемонокля, а сама Алена вместе с новой командой обещали уесть всех и взлететь на недосягаемые высоты мирового спорта. Также в прессе мусолились нелестные высказывания фигуристки в адрес Тутберидзе и ее школы. Алена Косторная всячески демонстрировала на публике свое прекрасное настроение и полную гармонию с новыми специалистами. «Зато я теперь улыбаюсь» стала символом перехода спортсменки в частную школу. Улыбалась Алена недолго, всего несколько месяцев. А в феврале 2021 года вся страна увидела горькие рыдания Алены на финале Кубка России, где всем стало очевидно, до какой степени фигуристка потеряла форму и далеко отстала от лидеров фигурного катания. Алена пришла с повинной головой в свой родной Хрустальный. Этери Георгиевна дала девушке шанс 2 месяца испытательного срока с условием добросовестной работы. В сеть регулярно попадали видео с занятий хореографией в Хрустальном. На них видно, Алена счастлива, что вернулась. Фигуристка трудится. Воспитанницы Тутберидзе приняли Косторную, забыв о прошлом высокомерии Алены. Косторная рассказывала, что на первой тренировке после возвращения ей было тяжело уже после разминки. За несколько месяцев отсутствия в родной школе она отвыкла от режима занятий кузницы мировых чемпионов. Алексей Железняков, хореограф штаба Тутберидзе, так высказался о фигуристке. Алена в обойме, ходит на все занятия и на классический танец, и на джаз-модерн, и на ОФП, и лед, как и все с полной отдачей. В начале апреля болельщики наконец-то увидели Алену Косторную на льду. Фигуристка приняла участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Видео с оригинальной музыкой вы сможете посмотреть на нашем телеграм-канале, ссылка будет в описании. Болельщики с большой любовью встретили Алену. «Фантастика! Молодец, Алена! Вернула форму и прыжки, и скольжение!» «Молодец! Все делают ошибки, но не все могут их признать. Вовремя вернулась!» «Великолепное скольжение! Спектакль на льду! Глаз радует, Аленушка!» «Магия возвращается! Цветок распускается под солнцем Тутберидзе!» Написали поклонники таланта Алены после ее выступления в Казани. «Праздник получился добрым и красивым!» Зрители увидели воспитанниц школы Тутберидзе, а значит лучших фигуристок мира. А Алена, похоже, достойно прошла испытательный срок досрочно и влилась в дружную семью Хрустального. Всем спортсменам здоровья и удачи! Всем доброго, честного и красивого фигурного катания!